Акция протеста в столице Молдавии набирает обороты. Сегодня утром группа демонстрантов проследовала к резиденции президента Николая Тимофти в центре Кишинева, чтобы разбудить его. Митингующие вооружились свистками, футбольными дудками и барабанами, устроив под окнами администрации республиканского лидера громкий перформанс. Накануне около сотни человек пикетировали резиденцию президента Молдавии, выступили с требованием отставки всего руководства страны. Также демонстранты заблокировали Национальный антикоррупционный центр, требуя ареста главы этого ведомства. Организаторы манифестации «Гражданская платформа. Достоинство и правда» провозгласили акцию протеста Великим национальным собранием и намерены сформировать альтернативное правительство.